сорт томата «Бычий лоб». Это среднеспелый сорт по созреванию, высокорослый. Высота куста может быть от 1,10 м до 1,70 м. Требует посынкования. Вести растение лучше в 2 стебля и обязательно требует подвязки к опоре. Очень урожайный сорт и неприхотливый, устойчив к заболеваниям. Вот такие вот красивые, ровные, гладкие плоды у этого сорта. Взвесим сорт, плод, который покрупнее. 287 грамм. Разрежем, посмотрим. Вот такой вот в разрезе, многокамерный, мясистый. Очень хорошо подходит для салатов, для приготовления различных соусов. Очень вкусный, сладковатый на вкус. Подходит для выращивания в открытом грунте. Но также можно выращивать и в теплицах. Очень вкусный.